Так, на данном этапе у нас гребень получается вывернутый, стоит вот так вот, натянули нитку во всей длине. Вот сейчас отрисую линию по этой нитке и буду загибать конек, чтобы получилось у нас вот так вот. Здесь конек будет на рейку. Высота 4 сантиметра. Почему на нитку все это, а не так отмерил в каждом по 4 сантиметра? Потому что все равно не идеально идет у нас конек. С перепадом может быть 5 миллиметров. И если мы сделаем везде по 4 сантиметра, то у нас он и вот так вот может и пойти весь. Вот. Поэтому отмеряем там 4 сантиметра, там 4 сантиметра, натягиваем нитку и точно по нитке все делаем. Вот. Ну что, приступим. Так, ну вот у нас что получается. На гиперблапсе очень быстро это все происходило. Вот, отогнули. Вот так вот. Здесь камера стоят. Такая, загнем их сюда. Одну сторону отогнули, получается. Теперь надо другую сторону. Вот эту вот, да? Огнуть ровно по этой кромки, поэтому рисуем линию по всей длине и по этой кромке все загибаем. Так, и вот. Отогнули другую сторону. До конца. Теперь нам надо что сделать? Надо с каждой стороны оставить по 2 сантиметра. Вот. И отрезать. То есть отрисовать, отрезать и потом уже посадить на клеймера. Все, поехали. Ну вот. На таймлапсе это все быстро. Раз-раз и готово, да? Вот, на самом деле, вот эта вся работа на этот конек примерно час, час 20 ушло. Еще не готово пока.
А, да, в некоторых местах, вот видите, где чуть больше щель. Берем. Ставлю. Берем полосочку. Отрезаем. Здесь один край загибаем. И два фальца стягиваем. Чтобы было поплотнее. Вот так вот. И в всех местах, где нужно сделать, это делаем. Ну вот, как-то так. Потом у нас, я уже потом покажу, сначала из обрезков делается черновая планка, сюда вставляется, вот, и только потом финишная. Ну, я вам все это покажу. Ну а пока вот еще надо два гребня так сделать. Посмотрим, что там ребята делают. А, вот он. Вот он, террорист. Сейчас мы его втихаря снимем. Плюй только. Втихаря снимем. Опять ля подкрадывается издалека. А что-то вы делаете? А не скажу. Ага. Силовую планку. Смотрите, смотрите. Пока никто не видит, как оно делается. Он там делает, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, вон. На треугольнике получается. Видите? Ну то же самое, что и здесь было. Вот, то есть по 7 сантиметров делается запас, закладывается фальц и выворачивается в обратную сторону, чтобы потом картинам ничего не мешало положиться, тоже завалиться, и потом два уже выпрямляются вот так вот. Ну все, я пошел делать эти два еще. Итак, ребята, когда уже подготовлено все, вот, если заметите, идет волнистость такая. Так вот, что сейчас надо делать? Надо иметь в наличии псул. Вот. И вот такие вот реечки. По 2,5 от отгиба в каждую сторону и по 1,5 отгибка. Вот. Делаются они из того же металла, только из обрезков, которые остаются на объекте. Вот. Для чего вообще это делается? Первым слоем. Чтобы убрать вот это вот волнистость. Вот. И это только черновой получается конек. А финишный будет уже потом, когда он полностью выровняется. Вот. И сейчас смотрим. И наклеиваем на каждую. Каждый отворот, каждый фальчик. Делается для того, чтобы была герметизация. В то же время, чтобы исключить капиллярный эффект.
планочка. Просто в нахлёст. 1,5 сантиметра. Одеваем. Там Алексей что-то, как всегда, бубнит. Боку. Здорово! Вот 3 сантиметра отступаешь, а ты по прямому углу на дом делаешь. И так дальше. Ну тогда все. Возьми этот, Володин прокатник, прокатай. Окей же? А? Я Сусанину принес, а ты все ей можно прокатить. Такие они, кубанские матершинники. А по-кубански еще не матерился, не понял. Саня, выключай камеру, сейчас скажу, кто там. И как глаза вылезли. Там до сих пор в поисках, да? Твоя зарядка? Ага. Андрей Сергеевич, просто на роде колокол. Вот он, матершинник. Вот грани уже четкие, ровные. Вот осталось его подвигать по веревочке, вытянуть ровненько и сделать уже финишную планку. Вот так вот. Ого. Высота подъема. В нашем случае 20 плюс 2 отгибка. Расстояние до угла.
25,5. Так, здесь у нас пойдет другая линия. Что-то чуть-чуть подвалю. Замеряем угол, потому что может быть не 90. Да, не 90, 88. Так, ну теперь что у нас тут? Ну, ниже, ниже. Я думаю, сильно круто не будем спускать. На 340 видим. То есть минимальный фальц должен быть, ну желательно, чтобы был 25 сантиметров. Вот. Не обязательно делать фальц под 45 градусов. Вот. Замеряем угол. Переносим на металл. Порядок действий запоминайте. Бисектрису. Сантиметра отгибка. Все так же, как на трубе. Обход трубы когда делается, такой же угол. По 35 миллиметров. Карандаш подключить. То есть это будет фальц отгибаться. На 120 делаешь, да? Угу. Радиус 120. Вырезаем, формируем. Так. Да,
наушнички RALPAC. О, Алексей, смотрите, намусорил тут, смотрите сколько. А, насвинячил. Насвинячил, да. Круглоголубцы еще нужны будут, да? Круглоголубцы, круглоголубцы. Так, тут нету. Хочешь заложить? Пропилить. Что тут? Плещины. Отобить чуть немножко еще его. Пэки. Не вызывай, что конвертные, да? Конверты. Конвертные где-то я там ее лежат. Ой. Нет, не конвертные. У нас конвертные, походу, все тут. Алексеич потырил. Да? Нет, он. Да, конечно. Постоянно подрезаешь у нас все. Тут нету. У меня в сумке нету. То есть двое конвертных нету. Где они вот все? А? Рассказывай. Не конвертные. У меня лежат. А вторые? Ищи. Где вы спрятаны? Ну, Алексеич, а? Алексей, Алексей. Я вот здесь в этой сумке не вижу. Здесь нету. Ну, там крайний раз. Крайний раз здесь я как раз таки и отворачивал. Еще раз. Да нету здесь, я говорю, куда подрезал уже. Конвертный. А, вот они. Да. По-любому. Алексей, ты точно их не видел, где они лежат? Наши не конвертные, я не видел. А, наши не видел нигде? Нет, точно? Не точно не видел? Так вот, Алексей. Точно не видел. Что говоришь? Угу.
Ну что, давай? Свои машины. Поняла. Не свинью надо ведь, куда я еду. Я мимо еду. Писи, как Вауди говорит. Выгоню конверт, наверное, сначала. Смысл съемки в том, что если что-нибудь не получится, можно его падать. Дала фур. Что-то там Алексей про яички рассказывает. Про курочки. А ты видел день уже, да? Да. А кто у нас постоянно все ворует? Подходит. Да, конечно, пол инструмента мы своего чемодана в ваш чемодан почему. Да. Мародеры это? Вообще вас мародеры не обзывают. Сегодня пятница, и кто-то получит по яйцу. На коленке все бегом делать. Да. Выше. Вот этот все. Дала фур. Нет, чуть-чуть. Там а, правый что, дома? Сегодня дома, да. Ну, так его черчил, да. Я чуть его ниже попустил. Хорошо. Не поверь. Так, пацаны, классно. Как я тебя кусок? А, ребята, рисовал? Да. И за писюльки? И скажи, у тебя нет. А вот
Алексей! Все, письмо газировано. Где Малка? А кто тебе ее давал, ты? Все, сегодня яичный день, получишь по яйцу. Вот, ребята, вот я ничего не беру. Вот уже Гламир, Малка называется, уже спер. Постоянно, постоянно. Глаз да глаз. Ну, будь наплевать, получит по нало рыжей морде. Уйди оттуда, Настя. И мыло. Веровку и мыло. Зайди. Так и приходится работать. Зачем глаз и глаз она? Так я вот и думаю, хотел тебе вопрос задать. Все никак. Иди, я тебе вручу. Иди. Я тебе профессиональную дам. Сергей сейчас всегда бубнит. Постоянно бубнит. Так, вот рисуйте вот такой вот рисунок. Кто ничего не понял, значит у вас было два по геометрии. Здесь комментировать нечего, просто линию прочертили и все. Вот эту вот линию просто нарисовали на мембране. Замеряем вот этот вот угол. Это сейчас Сергеевичу скинешь, да, и он что, сделает там деталь? Конечно. Недорого, быстро. Надо будет снять просто. И вот он. Чем хороший электронный угломер, что раз, записал. Верхний угол по гребню. То есть, вот эту. Раз, два. Сорок шесть. Вот этот угол. Восемьдесят три. Опять туда. 97. Нет, ну, в принципе, это... И это там размером дать, ширину картины. Это длинный, сейчас я покажу ширину. 103. 103 вертикаль. 103. Все, Алис. Нет, еще ширину картины. Нет, это длинный сейчас. Длина, ширина, картина. Да. Я по углам ее. Как думаешь, до скольки надо сделать деталь? Быстро. Быстро? Так, время у нас 2:30. Ширина 295. Подъем. А ему с разницы. А. Ага. Шестьдесят девять. 690, да. Только по этой линии. Внутренней, да? А? Ну, по внутренней линии. Здесь лучше выходит. 50, 3. Ну все, Алис. Попробуй разберись, да? Он такой еще... Скажешь, что он добавил на... На ухо? На ухо, да, на все это. Да, я тоже пойду, все сниму это.
Итак, мы подошли к картинами. Получается, тоже отвернули. Значит, берем оправку. Ставим ее вот на малый фальц прям. То когда вы второй фальц будете уже формировать, вот этот металл будет подтягивать. Подставляем и загибаем. Так, вот он синдоба. Поехали. Видите, намечена линия подгиба. Вот есть заусенцы, да? Такие вот. Заусенец – это разрыв. Если не ослабляешь, потом при завороте здесь такой пузырек выскакивать. И он постоянно поправляет. Поэтому мы все время это дело ослабляем. Вот так вот.